Всем огромнейший привет! Вот мы у Чижика. Это Москва, Свободный проспект. С 19 сентября наш любимый кухмастер, соус для макарон. Кое-что из одежды, игрушки. Ну, посмотрим на новинки. Что это такое? Форма для запекания, да еще и с крышкой. Смотрите, как от минус 20 до плюс 300 градусов. 2 литра объем, жаропрочное стекло. Для приготовления здоровой и полезной пищи. Какая красивая зеленая крышка, серая книжка и синяя. Подходит для приготовления, хранения и сервировки. Невысокая, где-то около 4 сантиметров в высоту. Ну, вот такая. Да, действительно, что-то запечь, накрыть крышкой и убрать в холодильник. 400 рублей все удовольствие. Высота, кстати, 4,4. Длина 35, ширина 21. Красивая, хорошая, наверное. Интересно, стекло прочное или нет. А вот она, полка для кухонной столешницы. Тут и доски, сбоку, сверху ножи. На полочку верхнюю тоже что-то можно поставить. И посередине пространство. Тяжелое. Ну-ка. Это не пластик, это металл. Окрашенный бамбуковый. Еще есть тут элементы. А, это для ножей планочка. 999. Высота 40. В этот отдел давно не заглядывали мы с вами. Тут появилась от Max Story лапша лагманная из твердых сортов пшеницы. Карбонара, болоньезе, вок и лагман. Можно готовить с помощью нее. 7-9 минут варится. 49 рублей 250 граммов. Давайте посмотрим состав. Самое интересное. Здесь, кстати, вот есть рецепт. Лагман классический. Из твердых сортов пшеницы лапша. Группа А, высший сорт. Состав. Мука из твердой пшеницы для макаронных изделий высшего сорта. И вода питьевая. Все. Больше ничего. Мука и вода. Еще я тут углядела фунчозу бобовую. Вермишель сан бонсай. 200 граммов. Вот так она выглядит. Без глютена. Фунчоза короткая, бобовая, 200 граммов. Давайте смотреть тоже состав, потому что можно назвать как угодно, а вот состав разный. Зеленые бобы на первом месте, горох, вода питьевая. Все, кстати, очень даже и неплохо. Такой должен быть состав вроде бы. Китай. Сделано в Китае. Это Казахстан. Лапша лагманная. Продолжаем. Смотрите, какие классные носки. 199 рублей. Они уже теперь с люрексом. Ромашечки. И не одна пара, а две. Одна пара вот такая. Без всего, но очень мягенькая резиночка. Смотрите, какой начес у них. Какие-то они очень мягенькие. Ну-ка посмотрим. Изделия чулочно-носочные второго слоя. Мужские и женские. Из полиакрила нитринной пряжи. И состав 90% пан и 10% хлопок. То есть шерсти здесь ноль. Какие красивые ромашечки, конечно. Есть серые с серыми ромашками. Вишневые. Какие нарядные. Да, единственное, что здесь нет шерсти. Плестры и немножко хлопка. Голубые. Две пары 200 рублей. Всем привет! Как вы видели, ко мне уже приходят все кошки со всей округи, и коты, и кошки. Еще и ежики захаживают. В общем, приходится подкармливать уличных животных. А куда деваться? Естественно, мою миски, совсем грязные выкидываю. Иногда приходит ежик просто воды попить. Даже если миски пустые, он воды напьется и дальше уходит. В общем, я вам все это показываю в Телеграм. И к чему я все это веду? Конечно, боюсь от них подцепить инфекцию. Вы мне писали много раз, аккуратнее, там и бешенство ежики переносят, и чего только они не переносят. И мы с вами видели у него на глазу клеща. И что вы думаете? Недавно заметила на коже руки покраснение. В общем, какой-то был неприятный зуд, покраснение. Я испугалась, думаю, что это такое. К тому же я хожу в городской бассейн общественный в Москве, в аквапарк. Там же находится общественная сауна. Я напугалась. Еще не хватает подцепить какую-нибудь заразу. Короче говоря, быстренько заказала через аптека.ру Нафтодерил, уже проверенное средство. К тому же оно используется и для профилактики, и для лечения. В общем, думаю, лишним не будет. Как раз находится пункт выдачи рядом с Чижиком. Вот в Ногинск 9, где я снимаю периодически для вас обзоры. И, короче говоря, брала и наносила.
на то место, которое вот меня напугало. Очень легко наносится. Запах, кстати, приятный. Один раз в день достаточно. И если вы тоже посещаете или баню, или сауны, или аквапарки, в общем, я вам тоже рекомендую это средство. И симптомы прошли. Вот сейчас уже видно, что никакого покраснения, ничего такого нет. Прошло несколько дней, я уже успокоилась. Не знаю, как теперь, или кормить буду в перчатках, но, в общем, буду меры безопасности еще больше соблюдать. И почему именно нафтодерил? Почему я именно его использовала? Опять же, вы меня спросите. Хорошо проникает в кожу и создает устойчивую противогрибковую концентрацию в различных ее слоях. Всего лишь один раз нанесли в день, и все. И для профилактики, и для лечения. Конечно, перед применением лучше проконсультироваться с врачом. Поделитесь тоже в комментариях, если вы с такими проблемами. Кормите ли вы бездомных животных? Или, может быть, ходите в бассейн? Бывали ли у вас такие случаи, что где-то зачесалось, где-то какое-то пятнышко появилось, вы сразу запаниковали? Что вы использовали и как вы лечили? Ну, в общем, делитесь своими историями. То есть я теперь спокойная, если что, у меня всегда есть средства. И смотрите, какая гортензия в этом году. Обалденные шапки вот такие. Как раз покупала у Ларисы под киржачом. У нее находится даже мини-питомник, я бы его назвала. Да даже не мини, а самый настоящий питомник. Эта вот веточка отломилась, поставила воду. Приобрела у нее в прошлом году 3 куста, посадила, и такая красотища теперь. И особого ухода-то я не делала. Поливала, да чуть удобряла. Вот и все. Продолжаем обзор новинок. Пленка самоклеящаяся ПВА. Ну, помните, такая была тоже 100 лет тому назад, под дерево. Теперь еще и под рогожку. Размер у нее 45 сантиметров ширина и 8 метров длина. Ну, кому надо, вот, пожалуйста. Раньше, я помню, оклеивали МДФ панели или ДСП. Такой эконом-вариант. Светильник Эра 4000 кельвинов. Линейный, светодиодный, 4 ватта. Эра, кстати, это Китай. У него тут и вилка есть, и включатель, и держатель, и крепеж. Белый свет, не желтый, не синий. Белый свет, да. И сетевой шнур, и крепеж, и руководство, все есть. 249. Опять весы стеклянные, 499. Термос уже был, похоже, 399. Он сейчас стоит на пол-литра, нержавеющая сталь, вакуумный, непроливайка. Да, с вакуумной кнопкой. Сохраняет температуру до 6 часов. И горячее, и холодное можно наливать. 3 цвета. Красный, черный, синий. Алмазная фигурка. 169 рублей. И цыпленок, и кошечка. Антистресс. Кучий гвоздик. К похолоданию шапка Лагуна с наклейкой ШИК. Она двухслойная, похожа на синтетику, есть даже с люрексом. По 199 рублей. Это детские шапки. Есть и совсем вот такие темненькие. Давайте смотреть состав. 100% акрил. Шапка детская, да, маркировка Лагуна. Изготовитель Россия. На матрасник стеганый. На резинке 700 рублей. Кохма, Ивановская область. Износостойкий, защищает поверхность, дышащая ткань. И размер у него 140 на 200 на небольшую кровать. Микрофибра, полиэстер. Встречаем новинку этой недели. Стеллаж на металлокаркасе, 3 полки. 33 на 28, 70 сантиметров у него высота. Это тот, который поменьше стеллаж. 1400 он стоит. Ну-ка, тяжеленький. Выглядит неплохо, как раз стиль вот того стола, гладкая поверхность, открытое хранение, легко собирается, интерьер в стиле лофт, прочная конструкция, 33, 28 и 70 высота, 3 полки, да, это как раз вот как комплект к тому столу, который мы с вами вместе собирали, но я сейчас без машины не потащу такую тяжесть, и конечно же здесь есть и большой такой стеллаж, сейчас мы до него дойдем. А пока посмотрим сумку хозяйственную на колесах. 1000 рублей тоже была. Вот эти вот облегченные колеса, рама и цветочный дизайн. Рама из трубы. Я знаю, многие любят мыло черное Агафьи. Вот черное мыло Агафьи для бани и душа, для ухода за телом и волосами. Натуральное сибирское. 300 рублей без рубля.
37 трав. О, какое черное. Давайте посмотрим. Редкие дикие растения содержат феноменальное количество витаминов и полезных веществ, поэтому их экстракты незаменимы для ухода за кожей и волосами. Да все знают про эту марку, конечно же. Пол-литра здесь объем. Так что в чижике появилось. Женские халаты 1000 рублей. Вот он такой. Вместительные карманы. Материал Велсофт. Подходит на любую фигуру. Размеры до 54-го. С бабочками в этот раз карманы. Пояс. Мягкий, пушистый. Там вон грязь какая-то. Фиолетовая да розовая. Рукава с подворотами. Палатка игровая детская 600 рублей. Ну, какая она, оказывается, компактная. Можно вот так вот ее убирать в сумочку. Как сложить, есть инструкция. И три разных цвета. Фиолетовый, синий, зеленый. Набор «Удержи баланс». А, вот эта игра интересная. 400 рублей. 3+, рассчитано на двух игроков. Книги по 149, издательство «Бомбора». «Люби себя, словно от этого зависит твоя жизнь». На разные темы. О чем мне сказал самый богатый человек в Вавилоне. Игрушка, набор машинок тут же. Металлические гоночные 249 рублей, 6 штук. И смотрите-ка, настольно-печатная игра в кальмара. 12+, возраст, это уже для более старших. 2-6 человек могут играть 20 минут. В наборе 56 карточек. Стань одним из участников опасной игры на выбывание. 200 рублей. Также числа, карточная игра. Да, нет. Неожиданный ответ. 0 без палочки. Солнечная система, настольная игра. Вот это да. Да или нет, неожиданный ответ. Кофе-брейк. Что только не придумают. 200 рублей. И набор «Учимся шить». Мир сафари. Тут разные животные, кому что попадется. Интересно, здесь как-то отмечено. Или все животные сразу здесь. В набор входит. Да, 4 игрушки в комплекте. Лист фетра, иголка, нить для шитья, наполнитель, пластиковые глазки. Пластиковые глазки и инструкция. Вот какие красивые должны получиться. 200 рублей. Соль морская для ванн. 79 рублей 600 граммов. Натуральная. И есть еще вот фиолетовые пакетики с ароматом лаванды. Для утюгов. Наконец-то мелок. Удаляет загрязнение, накипь и нагар. Да, я похожими пользовалась. Действительно, они работают. Правда, такой едкий идет дым. В общем, 44 рубля. Поглотитель запахов для холодильника 49 рублей. А я просто ставлю открытую пачку соды и все. Она тоже справляется хорошо. Тайга тараканов. Действует до 6 месяцев. 6 ловушек внутри. 79 рублей. А, я думаю, чем-то тут пахнет. А это вот антимоль. Действует 4 месяца запахом лаванды. 29 рублей. Тут же еще теплое одеяло. Полуторка. Вот она, точечка. 140 на 205. Гранд Сон. Обратите внимание, не белый теперь чехол, а такой бежевый, потому что это одеяло теплое. Микрофибра ткань, экологичная вентиляция, легкообъемная, длительный срок, простота в уходе. Верблюжья шерсть, наполнитель. Вот это да. 90. Силиконизированное волокно и 10 всего лишь верблюжья шерсть. 600. И такие же точно подушки с таким же наполнением. Синтетический у нее тоже вот такой бежевый чехол. И внутри тоже 10% верблюжья шерсть. Остальное наполнитель силиконизированный. 300 рублей. 50 на 70. Это да. И топеры еще остались. Вы меня спрашивали размеры 160 на 200. 2000. Вот это уже синтетика полностью. Обойдем с другой стороны, посмотрим, что здесь. Органайзеры по-прежнему 900 рублей из бамбука. Ну, ждем, когда уценят. Смотрите-ка, электрическая бритва теперь на 30% стала дешевле. 700 рублей вместо 1000. Антинакипин, освежитель воздуха. Дикий гранат 249. Неплохая цена стала. Горошек разобрали. Газ 79 по-прежнему. Кастрюля, мантоварка 2500.
перчатки по 99. Мне не понравились, но размерчик XL. Ну-ка, а поменьше есть? Если будет меньше, я возьму. Нет, остались самые большие. Да, остались самые большие. Но в них удобно. Руки, правда, не пачкаются. Они такие обливные, хорошие. Как раз, чтобы закрыть дачный сезон. Да, все XL. Ну ладно, возьму за такую цену. Грех не взять. Подставка, доска 999. Но мы с вами уже ее разглядывали. Мне кажется, она для рукоделия подходит больше. С этими ящичками. Вы его забраковали. Вы говорите, что ножи постепенно облезают. У них покрытие вот это черное, на металле краска. Так что откладываем. Ручка тоже плохо держится, этот поручень. Но, видимо, еще зависит от того, какая плитка настенная. Теперь он по 99 рублей. Средство Мистер Мускул, чистота и блеск для стекол и поверхности, 199. Кофемолка 800. Беспроводные наушники 700. Что еще? А, шторы для ванны. Да, и вы спрашивали, как еще ее можно использовать. Можно использовать как шторы на балконе, на лоджии, в беседке. 180 на 180, 12 колец. Видите, она похожа на стрэп-сатин. У нее такой дизайн, тканевая. 100% полиэстер, водонепроницаемый. Посмотрите, какая скидка на нее шикарная. 200 рублей стоит. И вешалка на дверь. Всего 150 рублей, была 200. Я не пойму, это деревянная, да? Это деревянные вот эти вот кончики из натурального дерева. Вешается на дверь, ничего не нужно сверлить. Но единственное, смотрите на толстую дверь, на дверное полотно. И она сама по себе тяжелая. Много не навешивайте, а то дверное полотно может немножко перекосить его, если слишком много вешать на дверь. Массажер 800 по-прежнему. Что-то мало про него отзывов. А мешки для мусора? Вы писали, что они тонковатые. Ну, непонятно. 160 литров, 10 штук в рулоне. Я сегодня купила по 170 в фикс-прайсе. Похожие упаковки. Можно, кстати, сравнить. Потому что мешки всегда нужны. Органайзер односторонний. Но зато отдельные там емкости со съемными лотками. Да, они теперь не перегородки, а именно лоточки отдельные, маленькие. Ланчбокс 69. Супер клеевый. Хвалите, говорите, что он хороший. С ручкой 200 рублей. Корзины, контейнер Архимед и банкетка. Банкетка пока что по-прежнему 1900. Бамбуковая, легко собирается, натуральный материал. Минажница 150. Из еды Макфа. Звездочки. И правда, что я думала, макароны какие-то. Это малышки такие. 250 граммов, 39 рублей. 39 рублей, выше сорт. Мука из твердых сортов пшеницы, высшего сорта, вода питьевая. 4 минуты варить. Вот что я хотела взять. Оливки мансанилья со сладким перцем с ключом. 119 рублей. 280 граммов. Откухмастер. Соус в этот раз с цукини и паприкой. 129 рублей. Прекрасно. Был, конечно, раньше по 55 светофоре, но времена прошли. Из десертов пирог трюфельный. На этот раз трюфельный пай. Сдобная особа. Я такой покупала еще полгода назад, чижики вкусные, он такой мокренький внутри, такой, какой должен быть именно. И мега-чипсы, по-моему, это Беларусь, да, потому что я их покупала в чесноке, очень вкусные, со вкусом сметаны и сыра, возьму, 99. Игрушка «Морские животные» со скидкой 50% лежит, и мне все было интересно, вот этот кит, скорее всего, да, похож на кита, молния у него, что вот там внутри, что же там внутри? О, просто пасть и все. А где же китовый ус? Игрушка, пикап, внедорожник, 30% скидка, 349. Сборники задач по 149 без скидки, потому что актуально. Юбилейное, кстати, нормально, я купила. Оно такое же рассыпчатое. Вы говорите, что оно тоньше стало. Не знаю, мне показалось такое же по вкусу, и по виду, и по хрусткости. Коврики для ванной комнаты 50 на 8, 249. Но они очень маркие даже, вот видите. Следы даже от ворса видны.
И мы с вами, оказывается, прошли мимо самого большого товара в Чижике, можно сказать, самого дорогого, 4999 рублей 00 копеек. Он теперь стоит вместо 9000. Вот последний остался. Скидка 44%. Кто хотел, но не смог, пожалуйста, есть шанс. HDMI, USB, проигрывание медиафайлов, тонкие рамки и много чего еще. 24 диагональ у него, LED-телевизор, BigQ. Кстати, можете набрать вот этот номер, посмотреть, сколько на маркетплейсах он стоит. BigQ24F32B. Можно погуглить. Появилось какое-то молоко, не видела до этого. Хорошее дело называется. 3,2% жирность, питьевое, ультрапастеризованное. ГОСТ указан, 1 литр, 77 рублей. Там что-то, по-моему, списывают, что ли, товар. Не знаю, что происходит. Очень шумно. Молоко нормализованное. Молоко нормализованное. И производитель — Республика Мордовия, между прочим. О, мечта. Вот, вот это да. Пишите, если брали, вкусно или нет. Я нашла здесь в уголочке у кассы еще контейнеры на колесах с крышкой. 399 рублей они стоят. И стеллажи, которые высокие. 114 у них высота, 60 на 30 у них размер. Максимальная нагрузка на полку 18 килограммов. Стоит 2500. Металлокаркас и ЛДСП. Это полочки. Один в один вот стиль того стола письменного. Куплю, но не в этот раз. Будем с вами собирать. Я надеюсь, что останется, меня дождется. И один стеллаж, и другой будем с вами собирать. Но это нужно на машине за ним ехать. Так, конечно, не дотащить. Неподъемный. Вот он какой. И обратите внимание, сзади крестовины. Для того, чтобы он не шатался. И здесь еще какие-то такие перемычки. Все надо будет смотреть. Да, видите, по бокам тоже такие какие-то штуки. Все очень интересно и не совсем понятно. Это пригодятся сапоги. 899 рублей. Это мужские. 44 размер, например. Сделано в России. Внутри сапожок вынимается или нет? Да, вынимается. Можно просушить. Теплоотражающий тут такой штукой блестящий. Что пишут? Сапоги из полимерных материалов мужские. Похоже на Эва. Да, похоже на Эва. Вот это вот не резина. Это плюс. Легкие. Смотрите, какой протектор у них. Ну, по внешнему виду добротный. Конечно, нужно примерять, потому что они могут или давить, или быть маломерками. 900 рублей на кону. В Чижике есть еще один товар, который вы хвалите, а это Axel, таблетки для посудомоечных машин. 50 штук, 349 рублей. Вот они. Очищают и удаляют жир, дезинфицируют кислородом, защищают от атаки пенолёда, придают блеск и свежесть посуде, смягчают воду. Водорастворимая оболочка, это плюс. И этой же марки Axel есть гель для мытья посуды. Активная формула, гидролат алоэ вера, без красителей, увлажнение рук для мытья посуды. Объем литр целый, 99 рублей. Написано, что еще и защита рук. Ну, не знаю. Вот такой он довольно густой, прозрачный абсолютно. Тут же и Ферри. Литр 350, 259 рублей. Огромная расфасовка. 69 рублей. Удаление запахов, налета, загрязнений. Ну, это для всего остального. Для ванной кухни. Для кухни и ванны. И чистит еще, самое главное, без царапин. И порошок. Плюс сода. 49 рублей упаковочка с отбеливающим эффектом. Без хлора и фосфатов для посуды, ванн, плит и раковин. Вот он может поцарапать, скорее всего. А вот этот написано, что без царапин. Да еще свежесть лимона. 69,49. Делюсь с вами своими находочками. А конкретно для домика-шалаша. На этот раз, что я нашла на Яндекс.Маркете. Вот видите, этот уголок. Вот, кстати, птички. Из Чижика, тут они живут. Как-то нехорошо, что тут игры, книги, все в одной куче вместе с птичками. Нашла вот такой стеллаж из натурального дерева, притом не окрашенный. По высоте он как раз то, что нужно. Узкий, не будет здесь мешать проходу на лестницу. И, конечно же, я его покрою защитным средством, маслом Дюфа.
по дереву, тоже в цвет тик. Нашла, смотрите, какую штуку искала, именно с подсветкой, чтобы было видно номер дома. Это солнечная батарея, включается при наступлении темноты, то есть все происходит автоматически. 8 часов работы при полном заряде. Сбоку кнопка, в комплекте крепеж, притом с дюбелями, и буквы. Так, пришли с вами поздним вечером, вернее даже ночью, и вот такой эффект. Видите, как работает, зарядился, довольно крупные цифры, вот такая красотень. Теперь ссылки обязательно оставлю и здесь под видео, и в Телеграме, и ВКонтакте. Следующая моя находка по какой-то акции, по-моему, со скидкой. Хотела купить систему от Гардена, комби-систему. И для начала вот приобрела такие грабли, как раз для осени. Видите, в какой коробке приходит. Ничего по дороге не поломается. И вот такие насадки, их существует много разных у Гардена. И крюки, и тяпки, и мотыги, и все, что хотите. И все они подходят под одну систему. Даже лопата. И для этой комби-системы я выбрала алюминиевую ручку. Кстати говоря, смотрите, кто идет. Сейчас. А вот он. Клёпа. Одобряешь? Ну-ка. Клёп, привет. Одобряешь комби-систему? Будем вместе листья убирать? С яблоками. Нет, скажи, знаешь чего? Привет, Горемыка. Ты сегодня получил уже несколько куриных шей. Забыл, наверное? Как дела твои? Пришел, вот вам какой-то позитив. Пришел проведать. Услышал, что здесь что-то интересненькое происходит. И хотела вам показать, как цветет тимьян. Вот он. Справа лаванда в горшке, слева тимьян. Он, оказывается, фиолетовыми цветочками цветет. Вон. Клёп. Кс-кс. Пошёл. Скажи, ничего здесь не получишь вкусного. До свидания. Вот вам мой привет, скажи. Специальная ручка для этой комби-системы. Во-первых, все красиво, эстетично. Здесь вот специальная силиконовая штучка, чтобы рука могла зацепиться, чтобы не мучиться. Особенно вот нам, дамам, вот это все подходит, потому что все легко поменять насадку. Значит, длина этой ручки алюминиевой 150 сантиметров. Смотрите, какое тут завершение. Очень удобно ухватить. Вот здесь антискользящая такая наплавленная резина, вот так мы ее назовем, кожух. То есть и левой рукой удобно держаться, и правой удобно, вот, как за тросточку. И вперед. Сейчас как раз осень, много листьев нападало, надо спасать газон. Еще у меня тут с сосны падают большие иголки. В общем, все нужно до снега это убрать. Пальчики гибкие и в то же время прочные. О. Мне очень нравится цвет. Красиво все, эстетично. А самое главное, удобно, удобно. Смотрите, как быстро нагребла целую кучу иголок. Переходим к листьям. Широкие, удобные, мне нравятся, мягкие. И в то же время хорошо загребают. Смотрите, вот три взмаха, грубо говоря, вот уже какая кучка. Следующая покупка, я думаю, из этой серии у меня будет, во-первых, держатель для садовых инструментов, а во-вторых, скорее всего, приобрету насадку для лопаты. Вот зимой убирать снег тоже проверим, потому что через месяц, в конце октября, уже возможен первый снег, как обычно. Пока сюда, в домик. Маленький поставлю, пусть стоит. Очень рада, супер классный инструмент. Рекомендую. Так что следующую насадку будем с вами скоро испытывать. Это не простая газонокосилка, а механическая. Не нужно ни электричества,
ни бензин, вообще ничего не нужно. Только ваши руки и ноги, чтобы толкать и держать. Значит, что здесь есть у него? Во-первых, вот в такой прекрасной коробке приходит на пункт выдачи. Очень легко нести, не особо тяжело. Смотрите, какая красивая, красная, прекрасная. Название вот оно, Inhale. Долго думала с весны, думала, нужно или не нужно. Нужно оказалось, потому что она очень удобная. Но об этом позже. Вот я уже ее испачкала, много ей косила. Бегала по газону с ней. Ну, в общем, это и разминка, и уход за газоном, за травой, как раз то, что нужно. Притом, не смотрите, что сейчас осень. Под зиму обязательно нужно газон привести в должный вид, чтобы он не испортился под снегом, не сопрел. Обязательно нужно покосить, чтобы трава не легла. Я выбрала 40 сантиметров. Чтобы уж косить, так косить. Система ножей. Как написано, что они самозатачивающиеся. Колеса большие довольно-таки. Смотрите, какие проходимые, не скользящие. Вот у них хороший диаметр. Так, в-третьих, кофр. Кстати говоря, а кто к нам пришел? Главный косильщик местного СНТ. Ну-ка, покажись. Это Клёпа. Клёпа, как у тебя дела? Как дела? Как кошачья жизнь? Да все хорошо, скажи. Удобная ручка, несколько уровней высоты ножей. Вот здесь вот так отгибаете штучку и перемещаем. Вот 4 уровня высоты. Вот этот валик регулирует высоту покоса травы. Кофр съемный, вот так очень легко здесь отстегивается. Вот видите, с одной стороны и с другой, и все. Можно с кофром косить, можно без кофра. Он легкий, ручка удобная, а самое главное, никаких проводов. Да, Клёпа? Клёп? Никаких проводов, ничего за вами не тянется. Ух, черная кошка за Клёпой. Уголек гоняет Клёпу, представляете? Борьба за еду осенняя. В общем, вот такие вот дела. Так что я уже пробежалась по газону. Конечно, желательно, чтобы газон был ровный, чтобы трава не особо высокая, по-моему, не больше 20 сантиметров должна быть. В общем, это для газонов, если вы хотите поддерживать порядок, красоту на вашем участке. Вот это самый лучший вариант. Инструкция на русском языке. Называется газонокосилка механическая. Надели перчатки вперед. И это, кстати, даже как разминка. Стрижет хорошо. То есть вся трава, которая попадает вот в этот барабан с ножами, она вся отлетает в мешок. А если вы мешок не прикрепите, то возвращается обратно на газонную траву. То есть вот такой круговорот травы в природе. Присутствует небольшой шум, но не такой, конечно же, шум, как от электрической газонокосилки или от бензиновой, совсем не сравнить. Просто шелест очень даже приятный. И соседям тоже не будет дискомфортно от вашего ухода за газоном. Зря долго раздумывала, а может быть и не зря, потому что выбрала как раз именно ту модель, которая самая лучшая, можно сказать. Так что рекомендую вам с полной уверенностью. Все ссылки под видео. Дизайн Германия. Смотрите, сколько уже покосило. И это все не электрической, не бензиновой. Вот она. Вот. Вот за эту перемычку можно взять и понести. Она легкая. Видите, как вот. Самое главное, никакого электричества, раз, не нужен бензин, вот это вот все заводить, это сложно для нас с вами. И никакого особо шума. Клёпа захаживает тут на обеды и ужины, да, Клёп? Уже как к себе домой. Скажи, осенью уже меньше дел стало. Наверное, и мышей меньше в полях. Поэтому заходит теперь почаще. О, видите, как и не боится. Сюда на крылечко. Черные кошки, скажи, только меня гоняют, да? Угольки, Клёп. Тоже с Яндекс.Маркета.
Помните, я вам показывала в уличной кухне, в летней кухне, такую посуду-сушилку. Но она немножко другой модификации, тоже супер удобная, похожа. Но здесь, смотрите, здесь два крыла, значит, для стаканов или для чашек, вот такие штуки. Просто поверхность с решеткой гладкая. И вот такие штучки для тарелок. Все очень удобно, много вмещается, да, в принципе, много и не нужно. И, наконец-то, я избавлюсь вот от таких ковриков. Их сколько стирай, не стирай, все равно какая-то плесень появляется. Вода сюда сливается. И не просто так, а здесь, посмотрите, как сделан желоб. Вот, притом он поворотный. Если вы поставите по-другому эту сушилку, то у желоба можно поменять направление. Вот, он еще и выдвигается. Видите, хотите так, хотите сяк. Антискользящие ножки. Были еще белого цвета для столовых приборов. Три отделения. Есть еще отделение для ножей. Вот так оно сюда вставляется. Но мне не нужно, потому что у меня магнитная планка. К тому же вот эту емкость можно поменять местами с емкостью для стаканов. В общем, все как конструктор меняется, поворачивается и подстраивается именно под вашу кухню, под вас, под ваши удобства. Как вам удобно, так и делайте. Вот этот желоб, конечно, просто высший класс. Вся вода, вся влага стекает туда. И если вы меня спросите, хлипкая или нет эта полка, я вам отвечу, даже покажу. Вот, трясу, видите, ничего не гремит. Она как влитая, как вкопанная. Очень надежная конструкция. Еще на Яндекс.Маркете я попала на акцию. Две подушки практически по цене одной. Вот сейчас мы посмотрим, что это за подушки. Не знаю, попадете ли вы на эту акцию, но ссылочки я оставлю под видео. А мы сейчас разберемся с подушками. Так что, если вы пропустили акции в Чижике на подушке и на одеяло, то все можно найти на Яндекс.Маркете. И не хуже качеством, а то даже этих же производителей. Подушки прямоугольные, две штуки в комплекте, 50 на 70, Ивановская область, полиэстер, микрофибра, синтепон. Пока что они совершенно плоские, но посмотрим, как они будут надуваться. Первое. Вот, вот, сейчас уже получше. Немножко массажа. Слушайте. Смотрите, какая хорошенькая. Плотненькая. Да, не кисельные берега, очень плотненькая. И в то же время не жесткая. Упругая. Смотрите, какая она. Мне кажется, еще будет расправляться и распрямляться. И распушаться. 2 минуты, оказывается, активно взбиваем и спим на облачке. 30 градусов стирка. И еще смотрите, какой у меня есть инструмент. Как вы думаете, для чего он нужен? Пишите в комментариях. Пололник, петлеобразный металл и пластик. Он небольшого размера, вот, для руки удобно. Вместо тяпки, вместо мотыги. Вот такая современная штука. Буду сейчас ее тестировать. Как раз мне нужно прополоть клумбу и сделать из обычной клумбы умную клумбу, за которую не нужен уход. Мне понадобится, во-первых, конечно же, перчатки, удобрение, агроткань, кубы крепежные, совок, лопаты и бордюрная лента. Запоминайте, как выглядела клумба до. И потом покажу вам, как она выглядит после. Протестируем суперинструмент. Как он справляется с рыхлением. Эта почва, кстати, уже уплотнена. На ней выросли сорняки. Но, в принципе, смотрите, режет неплохо. А там, где более рыхлое, тут вообще шикарно. Смотрите, как здорово. Самое главное, не напрягаясь, не нужно прикладывать никаких вот таких усилий, давить. Просто вот так проводим, как будто причесываем. Смотрите, как хорошо. Вот чистая земля. И даже не устала пока что. Он и срезает сорняки, и рыхлит верхний слой почвы. Смотрите, сколько. Вот это все вот сейчас за пару секунд. Нужно очистить клумбу будущую от сорняков, разрыхлить почву, а затем уже буду вкапывать бордюр. Разметила границы клумбы и установила бордюрную ленту. Осталось самое простое, это отрезать агроткань, постелить ее и закрепить скобами. Вот они такие металлические, оцинкованные. А вот и проверяющий. Вон. Теперь размечу, куда буду сажать еще дополнительные растения. Сделаю там отверстие, посажу. И уже останется последний этап — засыпать все корой. Кора у меня лиственница, она не гниет, ничего не делается, но в то же время
позволяет корням дышать. И эта ткань тоже позволяет корням дышать, проникать влаги. И в то же время лишняя влага не испаряется из земли. То есть растениям комфортно. Оставила, как видите, достаточно свободного места вокруг каждого растения. Внесла удобрение. Ну, буквально пару часов. И такая красота будет радовать вас, самое главное, долгие годы. Не нужно пропалывать, но если только сверху какие-то семена опустятся, это несложно. И поливать, удобрять. Все это доступно. Расставила камни. Факелы. Осталось полить. Кора и эта ткань, агроткань, все пропускает влагу. Растения не будут страдать и в то же время не будет излишнего испарения влаги. Например, в жару, в засуху у них там будет достаточно всего и влаги, и питания. Ну вот, в принципе, и все. А если вы захотите что-либо приобрести из того, что я вам показывала, что я применила для этой клумбы, ссылки все оставлю под видео. И что по поводу летней кухни, вот этой столешницы, вы меня тоже спрашиваете, чем я наносила вот эту защиту. Притом она колорирована, это цвет тик. Это специальное масло, которое впитывается, высыхает. И получается, что полностью водонепроницаемая поверхность. Видите, ничего ей нет. Полуматовая, по-моему, или матовая. Сейчас посмотрим на баночки. Я еще нанесла вот на эту столешницу тоже один слой. На стулья. Ну, каждый год, я думаю, нужно делать профилактику, защищать древесину, тем более, которая на открытом воздухе находится круглогодично. Вчера обрабатывала поверхность чана. Это уже дерево-лиственница, то есть, которая хорошо выдерживает всякие нагрузки воды, температур. Вот видите, но все равно темнеет. И на солнце, особенно вот здесь, были все выгоревшие дощечки. Но я каждый раз обновляю, видите, как новенькая. Хотя все лето, всю весну, даже зимой установили. Видите, уже металл немножечко тут нужно обновлять, подкрашивать. А дерево как новенькое. Это все благодаря вот этой пропитке. Вчера нанесла, и смотрите, как новенькое. Было такое уже все белесое, какое-то такое, как ободранное, выцветшее. Вот такая красота. Что еще обновляла? А вот этот шезлонг. Тоже, хоть это термированная древесина, береза, если конкретно, лишенная абсолютно влаги, то есть в специальных камерах, наполненных газом, она нагревается до определенных температур, больше 200 градусов. И таким образом дерево становится неподвластно тоже влаге, но все равно, видите, от природы не уйдешь, от солнца, от осадков, видите, сереет. Вот вчера тоже обрабатывала этой пропиткой, маслом. Немножечко вид улучшился, а так было все такое тоже белесое, серое. Он под дождем стоит, так что декоративная пропитка называется. Это дюфа. Тоже заказывала на Яндекс.Маркете. Цвет тик, такой оранжевый, красивый, коричнево-оранжевый. Для защиты древесины. Притом высокоэффективная, на основе масел. Полуматовая, 6 часов время высыхания, но я вам скажу, что очень быстро высыхает. Наносила губкой вот такого плана. Ту губку, конечно же, выбросила. Старенькие губочки беру после посуды. Отлично подходит. И губкой сначала наношу обильно, а затем уже вытираю тканью. Я вам показывала, когда кухню таким образом обрабатывала. Долговременная защита и декоративный эффект. Без запаха, да, подтверждаю, абсолютно без запаха. Так что аллергикам или очень чувствительным натурам вполне показано именно вот эту декоративную пропитку использовать. Это я вам скажу точно. У меня уже осталось где-то полбанки. Она очень-очень густая, так что хватает надолго. Ну вот чего только я уже не обработала. И все еще не заканчивается. Здесь 750 миллилитров. Еще и на следующий год хватит. Так что классная штука. Рекомендую. Заказывала на Яндекс.Маркете. Помните, я вам показывала уже васильки. Я приобрела такие уличные шторы. Они прослужили с прошлой осени. Получается, ну сколько? Практически уже год. Я их ни разу не снимала, не стирала. Наверху они на липучках. Очень удобно. Можно к любому карнизу их прикрепить. У меня струнный карниз. Были вот такие подхваты липучки. Они хорошо держат. Но сама ткань, она еще ого-го. В порядке. Но в процессе эти эксплуатации появились пятна. Вот здесь тоже. Потому что что-то я красила, что-то от принадлежностей для мангала. Вот здесь, видите, от ветра они, конечно, очень сильно
трепались ветром, поэтому приходилось их даже подвязывать. Но все равно не порвались, самое главное, не продырявились. Но на замену я им на всякий случай уже приобрела другие светленькие, увидела. Были скидки у продавца, сейчас я с вами тоже поделюсь. Получила упаковку, еще даже не распаковывала. Решила сразу вам показать. Вместе заодно и откроем, что там и как. Уличная штора на липучках с подхватом 145 на 240. Да, там было много размеров. Ширина у всех одинаковая 145, а высота 200, 220, 240, 280. Так, и разные цвета, конечно же. Были и темные, но мне понравился очень светлый цвет. Не было, по-моему, такого вот молочного цвета. Был белый, ну тоже хорошо. Подхваты есть. И, кстати, эта ткань намного прочнее. По-моему, Оксфорд она называется. Эта ткань толще. В одной упаковке одна штора. То есть поштучно. Хотите одну, хотите две, хотите три. О, здесь вообще какая-то пропитка с изнанки. Как будто бы, знаете, как будто бы нанесено какое-то вот покрытие типа полиэстера. Петли на квадратных липучках, что даже с трудом можно расцепить. Так что на ветре все удержится. Да, тоже удобно на любой карниз. Подгибка и прострочка. Да, они прям такие, ого-го. 100% полиэстер. Можно стирать при 30 градусах. И ванильные отправляются в стирку, а белые их как раз и заменят. И по длине, да, я выбрала, видите, по длине как раз то, что нужно. Справа это старая штора, которая отправляется в стирку. А слева, видите, она как-то шире выглядит, более плотная и длиннее. Держатся они у меня на струне. Вот эти сейчас сниму, а эти уже висят белые. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал ТикТок ТВ. Присоединяйтесь ко мне в Телеграме, в Яндекс.Дзене, ну, в Рутюбе. Все ссылки вы найдете под этим видео. Всех жду!